Жетысая всю ночь тушили крупный пожар. Горел центральный рынок Кульпаршын. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании, а затем перекинулся на плотные торговые ряды. Площадь возгорания к утру достигла 900 квадратных метров. По словам очевидцев, горели точки по продаже одежды, текстиля, товаров для дома. Почти 50 пожарных работали до самого утра. О ликвидации сообщили только в половине восьмого. Сегодня в город прибыла специальная комиссия, которая будет разбираться в причинах ЧП. Ей же предстоит подсчитать и размер ущерба. Руководство рынка обещает, что в течение 20 дней восстановит сгоревшие прилавки, а пострадавшим предпринимателям на год предоставят бесплатные места для торговли. Полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». К счастью, в огне никто не погиб, но есть пострадавшие. Сообщения о погибших не было. Два человека получили ранения, им оказали первую медицинскую помощь и отправили домой. Причина возникновения пожара и причиненный материальный ущерб рассматриваются специальной комиссией. Проводятся следственные действия.